Бэби-бум в Ярославском зоопарке. С приходом весны обитатели вольеров обзавелись потомством. Вслед за кенгуру малышей представили публике парнокопытные. Овца по кличке Звездочка родила тройню, а Луна принесла 4 ягнят. Кстати, редкость для романовской породы. Им компанию составили 7 козлят. Пока молодые животные питаются молоком, но скоро перейдут на обычный корм. Для работников зоопарка это самый сложный и ответственный период. После прививок малыши пополнят вольеры домашних животных. Далее мы планируем разделить их на две части. Одна часть пойдет на размножение. Будем их держать в закрытых, ну, для посетителей помещений. А вот вторая пойдет на контактный зоопарк. На радость нашим посетителям, детишкам и их родителям.